От пациентки. Головные боли последние 5 лет. Консультативное заключение по МРТ головного мозга пациентки 40 лет. Дата исследования – 18 ноября 2020 года. При МРТ головного мозга в аксиальной, сагитальной и корональной проекциях, в том числе и с контрастированием, проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2В. Найден участок миломаляции у нижнего рога левого бокового желудочка 37 на 28 мм без четких границ. Контрастирование не отмечается. Отека и масс-эффекта нет. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Субарахноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий несколько расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз обычных размеров и структуры. Стволовые структуры не изменены. Патологии орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область без МР признаков патологических изменений. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. В проекции мостомозжечкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричны, не утолщены. Придаточные пазухи носа свободны. Заключение. Наиболее вероятна инфекционная природа, типа АДЭМ. Врач, профессор Холин А.В., заведующий кафедрой лучевой диагностики СГМУС имени Мечникова.